Всем привет, ребятки! И сегодня я хочу вам показать то, что смотрите, какая новость по второй главе Poppy Playtime. Ну как? Ну просто по новости по Poppy Playtime. В общем, вот этого от ютубера, вот смотрите, вот. Я его увидел. В общем, смотрите, в сообществе я вот увидел просто, когда лис... Вот увидел, вот тут смотрите, вот. Вот это. Тут какое-то голосование в Дискорде, видимо, было с где разраб что-то там опубликовал. В общем, типа, вот, Playtime, ну, завтра, вот. И вот тут, типа, ну, как я понял, это такие смайлы, это, типа, показывать, что будет, типа, завтра. Типа, что, ну, типа, как, ну, не смайлы, можно сказать, такие, вот тут голоса еще разные, вот. И, типа, выбрала что-то вот это. И что-то оно, типа, значком своим показывает, типа, что-то классное будет, мне кажется, вот завтра. Ну и вот, хаки-ваки. И, кстати, я это перевел. И хотите, покажу. Смотрите. Это как раз сегодня было, вот. Вышло такое. В общем, вот. Ребята, завтра будет что-то очень важное. Думаю, глава 2. Ну, вторая глава. Выпуск. А вы... Дайте мне знать в комментариях, ну, как вы думаете. Так что, вот две мои новости. Типа, что по Poppy Playtime во второй главе завтра что-то будет. Подождите еще раз. Ну, типа, какая-то там новость по Poppy Playtime. Первое. Sneak Peek покажут дату выхода второй главы. Второе. Сама вторая глава завтра. Так что вот так. Это реально, ребятки, это не скам, это реальная новость такая. Так что да, так что вот ждем когда наступит завтра. Ну, завтра увидим, что будет. Ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока.